каждом микрорайоне городского округа Химки организовали праздничную программу в честь Международного дня защиты детей. В Левобережном центром притяжения стал парк «Экоберег». Музыка, игры, выступления творческих коллективов и интересные мастер-классы. Мы вот только что с дочкой сделали красивый калейдоскоп. Покажешь это? Вот такой красивый, ей очень понравилось. Концертная программа, батут, аквагрим, мороженое. Нам нравится. Спасибо за праздник. Всех детей с праздником! В Подрезково устроили не менее масштабный праздник. Гостей развлекали аниматоры. Юные химчане с удовольствием демонстрировали ловкость и меткость в спортивных играх. Дети и родители остались довольны. Очень все организовано, нам очень понравилось. Мы всей семьей, с детьми и с друзьями. Очень дети довольны. Дарили подарки детям, дети танцевали, дети веселились. Мы, конечно, признательны руководству, что вот для Химок, нашего города, организовали такой праздник. Я катался на карусели, мне очень понравилось. Глава Химок Дмитрий Волошин дал поручение, чтобы в этот день аттракционы и прокаты скейтбордов, велосипедов, другого спортивного инвентаря работали бесплатно. Главной площадкой для празднования стал парк имени Льва Толстого. Здесь дети тоже нашли для себя немало развлечений. Сладости, карусели, танцы. Мне здесь очень понравилась музыка. Красивая. Я классно танцевала. Я покатался на аттракционе «Колесо обозрения солнышко» и на волшебном паровозике. Кульминацией праздника стал парад колясок. В нем приняли участие больше 60 семей. Родители, которые ярче всего оформили детский транспорт, получили ценные подарки. Мы первый раз в параде участвуем. В принципе, я не рассчитывала, что такое количество народу будет. Очень понравилось. Всего в праздновании Международного дня защиты детей в Химках приняли участие более 30 тысяч человек. Праздник завершился фейерверком в 21 час в парке имени Льва Толстого.